Всем привет, продолжаю проверку приложения платного. Вчера у нас было 4 игры, и все 4 не зашли, но шанс был даже 3 ставки, чтобы зашел. Но ни одна не зашла, и того у нас по минус 100 рублей. Мы ставили по 100, банк 10-200 пока. Теперь мы сегодня ставим по 200 рублей на вот эти 4 игры. 3 в Испании, 1 в Италии. По 200 ставим. Может, банк и будет потихоньку расти, но может он будет расти верно. Ну, без каких-то там ям. Может быть, даже нам эта стратегия зайдет. Я тоже по ней ставить начну. Но пока проверяем. И в Телеграме я еще выложил одну ставку на теннис. На теннис у нас 9 плюс, 1 минус. Как я вам раньше говорил, я больше всего ориентируюсь на теннисе. В футболе потихоньку возрождаемся, но у меня здесь такая стратегия, может, неправильная, она бешеная. То, что я могу сразу на 4 ставки поставить одну определенную сумму, там по 1000 на 400. Здесь динамическая стратегия, все происходит быстро. В общем, ждем, следим, как пройдут эти 4 игры, дадут ли они нам плюс. Всем спасибо, пока.